на 2 минуты она призвала коллег как можно скорее вернуться из кафе, курилки и сердечных бесед. Спикер также пригрозила на 20% урезать зарплаты недисциплинированным депутатам. Такое наказание полагается за необоснованный прогул заседания. Следует отметить, что перерыв из-за нехватки кворума был объявлен и на прошлой неделе. Политики пока не знают, как оценивать конституционную реформу.